пиздец какой-то! Ты с такой трешняк! Всем привет! Это меня зовут Евгений, это Данил Светлов, наш гость. Вы находитесь на таком ударном мероприятии, которое называется Drum Day, то есть ударный день, грубо говоря. Это уже третий наш ежегодный такой фестиваль. И господин Данил уже третий раз к нам приезжает в качестве специального гостя. Дань, ну давай, вот ты уже у нас третий раз. Какие у тебя впечатления? Очень хорошие впечатления. Вы молодцы, что вы делаете такой движ, потому что я по себе знаю, что это не самый легкий, скажем, процесс. И то, что барабанщиков вроде бы кажется, что много, но все равно их не настолько много, чтобы, знаешь, типа всех собрать в одном месте, всем было удобно, все могли прийти, поучаствовать или послушать. Короче, это очень, очень круто, что вы это делаете. Все в разы было абсолютно все замечательно, и надеюсь, сегодня тоже так будет.